Всем привет, вы на канале Мура, а это новый видеоролик о работе полиции в GTA Samp. В первую очередь, хотел бы поблагодарить вас за вашу активность на последних видеороликах и на мои первые 300 на канале. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки и пишет комментарии. Для вас это всего лишь пару секунд, но для меня это очень приятно. Играю я на сервере My Home Roleplay, ссылка на лаунчер снизу в описании. Также не забывай вводить мой реферальный ник при регистрации, а при получении третьего уровня вводи мой промокод. Ну что же, перейдем к началу ролика. Приятного просмотра. Жетон 2824 совместно с 3074 выходим на смену с центральной станции под маркировкой 1 Адам 64. Далее доступны как парная патрульная единица. 21 129, пиротактический поселок. Да, погоня. Поехали, давай на погоню съездим. Все, переулок заезжает на север. Юнит, аккуратней. На западе будет на Централ Авеню выезжать. Пропустите координирующую. Отлично, на север по Централ Авеню движется. Это Audi старой модели, вроде 80, белого цвета. Сверху имеется доска для серфинга. Внутри вроде бы одна особа. Информация о поражении имеется. Порой на Сантос, Новосток. Движемся, будем по левую руку оставлять автомярмарку и местный клуб. Ренглин Парк, выезжаем на Вашингтон Стрит в северном направлении. На East Winewood нет, въезжает переулок домов. На восток, меня направили на юг. Извините, конечно, но немного юнитов для посещения. Да, слишком много, несколько покиньте практически. На восток Грин Стрит проехали, нас на юг. Будем, после чего на восток будем к церкви Джефферсон, вторую руку ее будем проезжать. Также на юг. Пропустите координирующего. Спасибо. На восток будем Карваш скорее всего выезжать. Да, будем ее к ней выезжать. Вроде и СЛС нет. Въезжает в переулок. Меня на запад. По району Джефферсон, Сан-Андреас Бульвар будем в юг. Позади вас тут парная патрульная единица, мы уже принесли. Да, берите. Не можем взять по техническим причинам, берите обратно, сейчас будем. Принц, еще я возьму. Берите коронацию. На юг двигать по его филду нет, но запад по вашей пустыре заезжает к Элке, будет выезжать к Айгазу. Нет, он по перелкам двигается около Unity Station, будет выезжать на Little Mexico, потом на Метрополитен. На юг меняет направление, теперь на запад по Метрополитен, по левую руку у него Республика на меню будет. Проезжаем сейчас за мэрией. Деляю эту сторону, по дороге. По правую руку со флором проезжаем, также базу до автобусника. Передаем. Прокринаюсь на себя, выхрен 425 ВС, будем двигаться по нему на запад, в сторону КПП Лос-Сантос Сан-Фьера. Также у нас паноптиканной станции техобслуживания по правую руку, продолжаем двигаться по 425, далее сворачиваем на север, на Вестерн-авеню. Далее на запад, район Родео, будем по Родео Драйв двигаться на запад, к серпантину. Будем плавно менять направление на северное, затем на северо-восточное, будем двигаться по Родео Драйв, по левую руку от нас Вест Бродвей находится, двигаемся к центральному банку. По правую руку от нас находится магазин одежды, далее будем пересекать Вестерн Авеню, двигаться на Гиглис Авеню, район Вайнвуд, на восток, по правую руку от нас находится Маркет Стейшн, будем приближаться к центральной больнице Лос-Анджелес, по правую руку от нас Донат Пончикова. На Хайлинг Кросс выезжаем на восток, будем двигаться прямиком к местной оружейной. Это на Святом Лавренте, по левую руку у нас оружейная будет. Далее район Маркет, будем менять направление на восточное, будем приближаться к Централ Авеню. В таком случае пересекаем Централ Авеню, двигаемся на восток, в районе Коммерц, по ПСД на бульвар, будем по правую руку сейчас проезжать пожарное отделение. 21129, пиротехническая погоня, перейдена в активный статус. А выехали на встречную полосу по 125 шоссе, далее меняем на полосу на свою. Затем обратно на встречную, будет въезжать на карман через встречную полосу, на Кеннеди Авеню будем выезжать к 37 станции, далее меняем направление на южное, будем выезжать на Ливерпуль, район Гентон. По Ливерпулю будем менять направление на западное, по встречной полосе по-прежнему будет двигаться на запад, далее пересекать железнодорожные пути. Продолжая двигаться по Сан-Андреас Бульвар, на север по своей полосе будем передвигаться в сторону церкви.
Приближаемся к церкви, далее по переулку, по правую руку от нас заходит от церкви, далее меняем направление на восточное, затем на северное, к мотелю Джефферсон будем приближаться, также по левую руку от нас заходит сам мотель. Нет, направление на западное, по левую руку также мотель, будем приближаться к северо-западной части района Глин Парк, по избродвию будем двигаться на запад, в сторону 21 станции. Уточните, пожалуйста, какие маневры были разрешены. Все, кроме стрельбы по колесам, я скажу вам, если провести бит. Вас понял, будем выезжать на 25-й интерстейт по развязке Малхолланд Интерсекшн, двигаться по нему на север, он будет вилять со своей на встречную полосу, у него типа, небольшое столкновение с твоим местом. Петуйте его, петуйте. Сейчас будем проезжать... 64-ку, петуйте его. Пит маневр проведен. Зажимайте. Ваше местоположение. Это 25-й интерстейт, ближе к северу. Коробочку его поплотнее. Он пока скорость не набрал. Сзади закройте его. Отлично. Сожмите его полностью со всей стороны. Отлично. Красная в церкви нас можно спешиваться. Уже. Все на запад будем целиться. В избежание перекрестного. На запад или восток? На запад. Мы, парень, в кольцах будем распускать тактически. 21-121 займется осмотром автомобиля. Я займусь конвоированием. Всем спасибо за реагирование. Снимайте оцепление. 21-121 будет недоступно. Далее все ниты будут, но доступны. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы, в принципе, знаете, что нужно делать, поэтому увидимся в следующем ролике. Пока!